Итак, друзья, небольшой отчет о поездке в Питер. С Подмосковья в Питер, точнее в Зеленогорск, туда на северный берег Финского залива. Значит, вот показываю, давайте цифры сначала. Значит, 2165 это всего километров, прямо от дома до дома и обратно. Ну и там покатались, само собой. Значит, это сколько бензина осталось? Значит, средний расход 7,2 литра на 100 километров. Это за 2 недели. Так, 75 километров в час это средняя скорость за сегодня. Это дорога обратно. Ну вот и все. Значит, смотрите. Туда поехал я, как положено. Сначала Шереметьевская платка, это 50 километров паршивых. Потом до Твери платка. После Твери платка сразу. Единственное, там я съехал в монастырь Иверский на Валдае. И решил не возвращаться на платку, по бесплатной доехал до Новгородской развязки. Там снова на платку и до Када опять по платке. И уже по Каду на северно-западный этот скоростной диаметр я не поехал. Я по Каду через Кронштадт поехал на северный берег туда. Когда глянул, сколько с меня содрали с транспордера, со скидкой, вот за этот кусок первый около Шереметьево содрали 950 рублей. 750 при въезде. И потом 200 рублей еще не поймешь, за что, при выезде, что ли. Ну, в общем, я не понял ни хрена. И за те остальные куски тоже 900 с чем-то. То есть получилось почти 1900 рублей за всю дорогу. Только туда. Это учитывая то, что я с Валдая, Новгорода, по бесплатной ехал. Обратно я уже тоже доехал до Новгородской развязки. Съехал на бесплатную. Потому что выехал рано, засыпал по дороге. Думаю, по платке совсем засну. По бесплатке доехал опять до Валдайской этой развязки. И на платку. И здесь я уже не стал возвращаться по этой Шереметьевской. Съехал в Химки. Ну, правда, не очень удачно. Там авария была прямо после съезда сразу, где-то километр протыркались. Но молодцы дальнобои подсказали, какой ряд проходной проскочил более-менее быстро. Ну и дальше только вот кусок около Оставьевского. Потолкался около, перед Ярославкой что-то потолкался. И все, остальное быстро проскочил. Ну, реально так, вот сегодня в 6 утра выехали и в 18:10 приехали. То есть вот по времени вот так вот получилось. Но вот единственное, что шокировало, это стоимость вот этого первого куска. Этого Шереметьевского куска платки этой. Они, конечно, достали. И правда говорят, что мы, наверное, платим за Химкинский лес, проезжая по этой платной дороге. Так что не советую никому. Была мысль поехать ночью, но, блин, как-то не хотелось вставать, потому что я один раз как-то поехал, там требование такое, что если до 6:00 съезжаешь с платки, тогда с тебя берут по ночному тарифу, там рублей 200, что ли, получается. Ну, в общем, не стал я рано просыпаться и поехал просто днем. Ну, выехал, может, часов в 7, вот так вот. Это я туда, когда ехал. Ну, цены вообще мрачные, конечно. Не рекомендую пользоваться этим куском. Вот так вот. Ладно, всего доброго. Счастливо. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.